Ситуация с лесными пожарами стабилизируется. Сегодня на территории Югры их действует 11. Еще на прошлой неделе было в два раза больше. Площадь возгорания 576 гектаров. Большая часть очагов по-прежнему в Советском районе. Туда прибыли силы Федерального резерва лесопожарной охраны. Угрозы населенным пунктам нет. Установлен первый класс пожарной опасности. Из-за горения в заповеднике Малая Сосьва продолжает действовать режим ЧС в муниципальных лесах. В период пиковой горимости на территории Югры было задействовано почти 1000 человек, которые осуществляли тушение лесных пожаров. В настоящий момент, как я озвучил, это 141 человек, авиабаза, Федеральный резерв, работники Центра Спас Югории, работники заповедника Малая Сосьва. Их всего 141, и силы, которые сосредоточены и находятся в резерве, они достаточны для того, чтобы улучшить обстановку.